Всем привет! Канал Антона М. Меня зовут Сергей. Сейчас будет видео про косилку Virax. Что будем делать? Значит, вот Т25 вы уже наш видели. Косилка такая Virax 1,65 м. На второй тарелке. Она у нас уже много косила. Вот так она выглядит. Вот на этом держателе слетает ножик. Вот сейчас еще покажу. Вот так вот она после косьбы выглядит. Это мы подварим. А здесь сейчас снимем нижнюю тарелку. Открутим этот держатель. Я купил его. Причем у нас в магазине он. Вот. Он стоит 300 рублей. И шестигранники там особо труда не должно его поменять. Не особо так трудно. Ножи я ремни еще не менял. Так что сейчас начнем и посмотрим. Хорош! Вот эти 6 болтов, шестигранок. Надо какой-нибудь гвоздик или что-нибудь, да. Маленький, самый большой надо. Попробую сорвать молотком туда. Вот. Молотком. Ну, блять. Давай. Вот они, эти держатели. Вот так их пропиливает. Видно, нет? Вот так. Вот нижняя ступица. Сейчас ее почистим. И вот эту вот поменяем. Можно маленько согнуть, и он еще и будет ходить. Ладно, поменяем нафиг. Сейчас посмотрим. Не надо ругаться, мат. Ну а как? По-другому. Либо улыбаться, либо ругаться.
как мебельный квадрат сверху. Он переставляется. То есть тарелку эти три раздолбила у нас. Не выбрасываем, а просто переставим ее. Понимаешь, нет? Так все три будут переставлять надо. Нет, ее можно будет повернуть. Понимаешь, да? Она вместе с валом крутится верхняя. То есть она жестко, да? Вот. Та и та. Ее просто надо будет провернуть. Вот, вот это отверстие сюда, на это место, и все. Чтоб с теми ножами не... Ну, переставлять, да, да. На этой тарелке все три придется. Ну, можно еще и на той тарелке все три. А что, если мы просто поменяем, да и все. Кого? Так видишь, раздалбливает ножами-то. Видишь, какое место-то? Еще сезон проходит. Ну, посмотря какой сезон. Да и этот год. Там сейчас всю тарелку захуячим по кругу. Я же тебе говорю, еще раз провернуть его можно будет, и эти дырки будут работать. Убирай. Вот стар. Ставь. Ну вот, все отлично. Блять, я отсюда вон туда ее, блядь. Оживил. У Игоря под ногой. Все, Игорь, можешь не держаться за тарелку, но не упадешь, блядь. Она пустая, переживать нечего. Пустая, не пустая, но все равно. Ты боишься за меня, нахуй? Переживаю. А кто будет песню петь? А? Улыбайся, улыбайся. Я говорил, блядь, Седому не доверять нам. Ай, мне хуй с ним. Там дилетантов хватает на диванах. Дилетантов, да? Так, ну вот так он выглядит сейчас, ножик. Давай, Игорь, этот. Ключик. С отверткой. Прижал.
А, не показали, вот где этот нитку снимали со ступицы, там стоит такая пластмассовая прокладка. Вот ее снимаешь, и уменьшается срез еще меньше. Хотя она и так косит, да? В гольф играть можно. Да это затянут. Так, ну вот весь ремонт, блядь, ну полчаса может, да? Ну да. С пиздобольцем со всей хуйней. Полчаса и держатель поменяли. Я говорил уже, что он 300 рублей, у нас в магазине даже есть. Ножи и вот этот нож-держатель с ремнями в свободной продаже. Так что, кто думает брать, не брать, лучше взять, да? Да. И пожалеть, чем жалеть и не брать. Вот этот вот, Серег. Да те все протянуты. Все, сейчас поставим нож. Ну вот еще. Видишь, я тебе говорю про что, раздалбливают эту. И можно вместо этого перейти сюда. Потому что нож, я говорил, толстые ножи. Давайте потом поменяем сразу. При ударе они поднимают и все время тарелку стачивают. Поменяем, а те там поменяем. И здесь вот стачивает. Вот оно, вот рабочее место. Вот этот нож бьет и стачивает. Да все, отстань ты от них. Но свернешь ты их, потом не открутить будет. Зачем ты это делаешь-то? Притянуть, посмотри. Да притянуты они уже. Блять, не трубой же тяну. Конечно, не трубой, на. Ставь ножик. Не той рукой ставишь. Все. Как должно быть. Ладно, все. Весь процесс показали. И ладно. Серег, ты поедешь сейчас косить?